Сатурн. Ну, конечно, так себе фокусировка, облачно. Все равно есть эта проклятая дымка. Так, 19:53 по Киеву, 6 сентября 2019 год, Харьков. Сатурн хорошо. Хотел я снять, как близко Луна и Юпитер. Видно, да? Периодически возникает. Вот он, Юпитер в правом нижнем углу. Но Луна понятно где. Но, к сожалению, как вообще в этом году, самым выдающимся астрономическим событием чистое небо можно считать. Такого за этот сезон и не было. Над Харьковом все время присутствует какая-то дымка. Надеялся я, летом будет небо почище. Ну, не тут-то было. Летом все время какой-то как смог висел над городом. Да. В общем, хотел я поснимать и Галилеевы спутники одним присестом. Но на них фотоаппарат категорически отказывается фокусироваться. Упс. Небо прямо сизое, не голубое, как обычно, а именно сизое. Вот тебе Юпитер. А Галилеевых спутников и близко не видно, хотя должно быть видно хорошо. И дымка их скрывает. Ну, где ты? А, вот он-то. Да, вообще не видно, надо же. И облачностью это не назовешь, а какая-то марево какое-то висит.
Да, ну, в общем-то, даже, наверное, вторых дублей делать не буду. Потому как Юпитер будет все ниже к горизонту, дымки этой будет все больше. И будет это попусту потраченное время. Так. 6 сентября 2019 год. Харьков, 19:59 по Киеву. Юпитер сблизился с Луной на сколько там градуса, на 2,5, по-моему, максимум приближения был. Ну, сейчас, конечно, они уже подальше друг от друга.